На месте. А ну-ка, на первый, второй рассчитайся. Так, а вторая мамка опять спряталась куда-то. Я вас так в куче посчитать не могу. Холодно. О, как холодно стало. 3, 5. Ну, смогу посчитать, так или нет, пингвинчиков. 3, 4, 5. Ой, сбилась. 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12. Вроде бы все сбилась. Ах, пингвинчики. Ну ладно, усаживайтесь, я вас посчитаю. Так. А вторая утка с маленькими утятами второй день ночует неизвестно где. Вот гуляла-гуляла и исчезла. Даже и близко ее не вижу. Искали вчера весь день, весь вечер. Сегодня где-то она умудряется, нашла местечко такое и не отзывается. И я не вижу, где она спряталась. А утром вышла. Вот так умеет прятаться уточки с детками. Но даже не представляю, где она спряталась. Все укромные местечки мы прошли. О, смотрите, что я нашла. Ух ты! О, ничего себе! Клад! Эта курица у меня одна тут сбегает постоянно, ну, противная. А она тут яйца несет. Ах ты ж. Ладно, мы еще сюда фальшивое яичко положим. Она свела гнездо. Тут лежали мешки с кормом. И мы не видели. Вот так вот. Вот есть у меня утиное яйцо, которое не годится никуда. Мы сейчас туда на место тех положим, чтобы она не бросила это гнездо. Раз уж такая она вредная избегает, то мы ей положим сейчас яичко. Она будет знать, что это ее гнездо. И мы будем отсюда забирать. Оп, все. Ну-ка, ничего там больше не спряталось. Вроде бы нет. Куры умеют это делать. Прятать яйца где-нибудь. Ух, как у нас сегодня похолодало. И даже срывался град. Ой, у нас тут розы цветут. Ну, подумать только. Морозы идут. У нас все цветет пышным цветом. Хризантемки, еще петуньи цветут. Вот такая красотка распустилась, хризантема. О, ну ладно, надеюсь, завтра утром выйдет утка сама. А мы пошли греться.